Командирская канон обувь, игра 1. Петр Пащенко передал эстафету Никите Поршневу. Передачи эстафеты. Василий Комшин передал эстафету. Убежали все? Да. Нет еще. Максиму Цветкову, спортсмену из Санкт-Петербурга. Бронзовому призеру олимпийских игр в эстафете, чемпиона мира в эстафете. Ой, братья, ребенка мне не что ждите. Что вы делаете? Ждем остальных. Да, последний. Да. Василий, помоги! Сразу два участника учатся в зоне передачи эстафеты четвертому этапу. Участник команды номер 2. Вячеслав Манин практически. Спортсменов разделяют 2 секунды. И это явно борьба за третье место. Итак, после заключительной третьей передачи эстафеты лидирует команда номер 4 ХМАО «Югра-1». На четвертом заключительном этапе ее представляет Никита Поршнев. Никита Поршнев, бронзовый призер чемпионата мира 2019 года в эстафете, член сборной России по биатлону. Команда номер 5, команда Северо-Западного федерального округа. И на последнем этапе ее представляет Максим Цветков, бронзовый призер олимпийских чемпион мира в эстафете и чемпион Европы. Молодцы! Борьба разворачивается за третье место, потому что между третьим и четвертым местом разрыв всего 2 секунды. Это после передачи, заключительной передачи эстафеты. Молодцы! Вот он на четвертом был месте, опять на пятой сидели. Молодец! Ой, молодец! Передали эстафету заключительному четвертому этапу сегодняшней смешанной эстафетной гонки. Лидирует команда ХМАО «Югра-1». На последнем этапе ее представляет Никита Поршнев. Никита Поршнев, напоминаю, бронзовый призер чемпионата мира в 2019 году в эстафете. Очень сильный эстафетчик Никита. На втором месте команда Северо-Западного федерального округа с отставанием в 52 секунды. На третьем ХМАО «Югра-2» отставание минута 40. На четвертом Тюменская область, команда номер 2, отставание минута 40.